Всем привет, привет. Это от мускусных индоутов привет. Это мы купаемся, а на улице скоро дождь пойдет. О, мои хорошие, скоро скушаем вас и уедем в отпуск. Не хочем больше мускусных держать. Никаких индоуток тоже не хотим. Будем бройлеров разводить, курочек на зиму себе потом на... Бьем и все, вот здесь они у нас гуляют, то туда заходят в домик, спят. А там у нас еще картошка и еще грядка с огурцами будет. Так что, ну вот, мы купаемся, радуемся жизни. Ну, какие хорошие, купаюсь, скажи, купаюсь. Что-то все уже накупались, похоже, грязные, мокрые. А ты что, беленькая, такая хорошенькая? Стоит такая девочка. У нас все девочки, один мальчик вон. Насосный. Ой, ты господи. Чего ты шипишь, шипунчик? У них сеточка здесь сверху, чтобы они не улетели. Такие хорошие, добренькие. Кто хочет, могу продать в Югорске. Чем их скушать? Жалко. Ну, всем пока-пока. С вами Людмила и канал Веселая Семейка.